My name is B. Окерленд, and I'm a fashion activist. Познакомьтесь с фэшн-активисткой Беа Окерлунд, которая буквально живет в мире кино, моды и музыки. Возможно, вам она знакома в качестве одного из самых влиятельных стилистов и художников по костюму, которым удалось поработать с такими звездами, как Мадонна, Бейонсе, Леди Гага и Риана. Теперь она приложила свои творческие способности к коллекции IKEA Omidry Bar. Вот что говорит Карина Густавсон, креативный директор коллекции Мадельбар Икея, о данном сотрудничестве. Работа с Беа была сплошным удовольствием. Она видит вещи совершенно иначе, как истинный художник. И она всегда полна идей и творческой энергии. Данная коллекция уже доступна для продажи во всех магазинах Икея. Так что же такое коллекция у Мадельбар? Это готика с оттенком гламура. Выбор и подготовка наряда превращаются в настоящий праздник с такими товарами. Как большие прозрачные шляпы, подушки в форме губ. В коллекции Мадельбар вы найдете все для создания роскошного будуара, в котором вам захочется остаться подольше. Продемонстрируйте свои одежды, аксессуары индивидуально с оттенком неповторимого стиля Беа. Потому что в итоге важно лишь одно – оставаться собой. Всем еще раз привет! Мы с вами в магазине IKEA Нижний Новгород. Понятно, что видео у нас выйдет не в прямом эфире, но вот на момент съемки, это было 1 марта, коллекцию у Мадельбар только начали выкладывать в магазин, еще нет красивой стойки, но нам уже разрешили снять. Значит, коробка вот таким артикульным номером, их в наборе 2 штуки, на сайте вся коллекция уже представлена. Такая она плотненькая. Сейчас попробуем найти ее без упаковки, чтобы детально рассмотреть. Ага, вот есть. Так, значит, сама коробка, она как бы и бумажная, но и такое покрытие неинтересное, как будто бы под кожу, ярко-красное внутри. Ну, кстати, серия вообще добротно сделана. Сейчас попробую вам ее так вот поподробнее показать. Вот окантовка, сама крышка, клепочки, стежочки по краям. Нет, к сожалению, маленькой коробки, точнее, она есть, но на ней к ней не подберешься. Значит, это вот большая. Такая вот веревочка у нее. Ну, коллекция вся классная. Я все посмотрела, все потрогала. Мне, конечно, понравилось все. Вот так выглядит бок. Клепочки. Кстати, здесь уже отодрали краешек, да? То есть понятно, что это все-таки плотная бумага с каким-то напылением. Одеваем крышку обратно, приводим все в порядок. Вот эти коробочки. Коробочек тут много. Ну, вот видно, да, побольше и поменьше. Буковка светодиодная, интерьерная. Кстати, мы уже успели две таких буковки привезти на заказ. Клиенты довольны, но фотографиями не делятся. Говорят, не покажем. Вот ценник, артикульный номер товара, цена. Здесь вот написано варианты красный. Сейчас я вам покажу, еще будет красная подсветка. Сам артикульный номер. К сожалению, она выключена здесь. А так это от розетки, светодиодики. Красивый интерьерный свет. Должно быть понимание, все, кто смотрит данное видео, хотят приобрести данную коллекцию, это все-таки интерьерные дизайнерские штучки. То есть это, ну, не масс-маркет такой, да, для всеобщего потребления. Идем дальше. Напольная вешалка 125 на 36, стоит 10 тысяч без 1 рубля, артикульный номер, такого вот она золотого цвета, ну, очень, конечно, напоминает такие вот соединительные краны, да, в советское время, может быть, интересно сделано, все это необычно, это болтики-шурупики, все это металлическое, довольно-таки ровно, хорошо покрашено. Вот как выглядит вешалка, висящая на данных плечиках, кстати, тоже из этой же коллекции. Низ у нас сетка металлическая, края тоже будут такие же. То есть все стоит, все стыковки идут вот этими заглушками от кранов, да. То есть если, допустим, какому-нибудь слесарю в возрасте показать, скажут, ну, краны и краны. Но тем не менее смотрится очень интересно, необычно. Такая вот симпатичная вешалка. Вот у нее ножки, бок. Вот видите, на краниках даже указан диаметр, да, 3 на 4. Вот как это выглядит внизу.
и наверху. Кстати, очень жду ваших комментариев, кто уже прикупил что-то из этой коллекции, как планируете использовать и так далее. Дальше смотрим. Закругленные плечики. 699 рублей, комплект из двух штук. Вот артикульный номер. Плечики черные, золотая головушка у них и золотая буква «Б» по первой букве дизайнера. Вот, это, вот эти плечики. Я думаю, видно их гораздо лучше. И еще вот такая вот петелька внизу, за нее повешена подушка. То есть на плечики можно что-то еще дополнительно повесить. Идем дальше. Сразу смотрим комплект постельного белья, который на этой вешалке поселился. Комплект односпальный. 150 на 2 и наволочка 50 на 70. Артикульный номер. Плотность комплекта очень хорошая. 350 грамм на квадрат. Количество нитей на квадратный метр 305. Плотненькая, но при этом мягкая. Очень напоминает хлопковый сатин. Ну, такое комфортное постельное белье. Интересно сделано, ничего лишнего. Не нашла я, каким образом крепится наволочка, но очевидно, как вот у обычных, да, вот так она мнется. Попробуем посмотреть, что в пододеяльнике прячется. Может быть, там замочек какой-то, клепочки. К сожалению, вот никак не могу их найти. То есть ощущение, что все-таки это обычный пододеяльник, без таких вот дополнений. Вот это снаружи, ну, лицевая часть, да, губы, рот, глаз. Девушка такая нарисована, овал лица. Крупные черты. Идем дальше. Дальше у нас, ну, следующее у нас будет такое пончо-плед с золотыми ножницами. Это флис, ну, флис обычный, кстати. Так, ну, нормальный флис, скажем так, без каких-либо дополнений. Вниз, везде это слово. Кстати, мне что понравилось, такие вот отстрочки хорошие, ровненькие, с обратной части. Ну, кстати, я, честно, я не знаю, конечно, как это применить. Просто такая вот необычная штучка. Повешен он неровно, поэтому если, например, его выровнять, получится он как-то, ну, не знаю, попу, что ли, прикроет. Примерно так. Вот стенд, который на момент съемки в Икее Нижний Новгород 1 марта был сделан. И давайте смотреть детально, что на этом стенде. Такая вот миска-корона. Честно, я надеялась до последнего, что корона это будет, можно будет одеть на голову. Подруга-фотограф очень страдала по ней, но, увы, это миска. Сталь, эпоксидное порошковое покрытие, без каких-либо дополнительных швов. Ровно, аккуратно, вот у нее донышко. Вот такая вот миска-корона. Кстати, товаров вообще немного. Имейте в виду, что очень быстро все закончится. Поступлений не будет. Чехол на подушку 65 на 40. Хороший такой бархат. Ну, велюр. Все на замочке. Плотный черный. Даже вот так видно, да, на камере, что все-таки плотность ткани достойная. Замочек полностью спрятан. Вот его хвостик. Сейчас мы его откроем. И покажу, что внутри. Внутри обычная подушка Inner за 199 рублей. Нет смысла переплачивать за более дорогую, чтобы наполнить эту подушку. Вот короны в упаковках. Видите, да, то есть их не так много. Сказали нам уже, что поставок не будет, повторюсь. Поэтому, кто надумал, покупайте сразу, не ждите. В распродажу точно не попадет эта коллекция. Коробка для обуви. Коробок в комплекте две. Вот таким образом они упакованы. Поэтому, кто будет покупать самостоятельно, не переживайте, можно даже, ну, неважно, там, пешком ее унести, даже если вы из другого города. Сейчас попробую найти, может быть, где-то есть эта коробка в таком вот виде, в разобранном. Это, значит, дальше у нас идет интерьерная коробка за 499 рублей. Вот ее в открытом виде нет. Вот у нее артикульный номер. Просто декоративная коробка. Открывается она по принципу книги для хранения всяких мелочей. Дальше у нас будет ваза, ваза из прозрачного стекла в виде шляпы. Я, кстати, ее видела. Пойдемте, я ее покажу вживую, без упаковки, как это выглядит. Интересная такая шляпа. Кстати, черный я не увидела, но на сайте она уже есть. Вот у нее края. Такой хороший колпак-цилиндр.
кстати, в промо-ролике, кто видел, использован в качестве аквариума. Там рыбка плавает. Вот такая вот ваза. Сейчас достану цветы, чтобы у вас было понимание, насколько большой цилиндр. Вот этот цилиндр. Мне почему-то, кстати, шляпа понравилась больше всего. Сейчас поставим розы на место. Вот как это выглядит с цветами. Пойдемте смотреть дальше. Подушки, губки и шкурка. Такие вот двухсторонние губки. То, что с одной стороны, что с другой. Подушка довольно-таки большая. Вполне можно использовать по назначению, не только как интерьерную штучку. Ярко-красного цвета. Такие вот губёшки. Плотненькая подушечка, мягенькая. И очень мне понравилась шкура. Выглядит как шкура леопарда. Красивый такой ровный оттенок. При этом ни одно животное не пострадало. Да, возможно, кто-то скажет, не бюджетный ценник, но вся коллекция на самом деле сделана достойно. Если в интерьер вам вписывать, либо просто хочется, стоит того, чтобы себя порадовать. Артикульный номер, размер 1,40 м на 2 м. Полностью синтетический материал. Можно стирать вручную, ну, соответственно, ухаживать можно без каких-либо заморочек. Вот такой вот леопардик. Края у него. Не знаю, конечно, как в плане ухода, но все довольно-таки гладенько, поэтому я думаю, что с уходом, ну, там, с бытовым уходом проблем не будет. Пойдемте еще посмотрим, что за стеллажом прячется. Вот такие вот наклейки. Стоят они 999 рублей. Все цены уже на сайте озвучены на данный момент. Ярко-красные красивые губы. Кстати, качество наклеек у IKEA очень хорошее. Поэтому, если хотите задекорировать стену или холодильник, как сказала одна из наших клиенток, можно это сделать. Вот этот плед, который мы с вами смотрели с ножницами, 1499, он стоит 130 на 70 размер, но это размер в разложенном виде. То есть пополам складываете, получается 65 сантиметров, коротыш. Комплект постельного белья, это вот белая односпальная, которую мы смотрели. Так оно выглядит в упаковке. То есть вот такая вот картинка у вас будет на постельном белье. И еще есть черное, двухспальное. Вот оно. То есть вся та же ткань, только в черном цвете, но уже двушка. Сейчас давайте его найдем в разложенном виде, чтобы посмотреть, какая вышивка и какая плотность ткани. Значит, это подушки. Вот вся информация. Тоже 305 на квадратный дюйм плотность ниточки. Хорошая плотная постелька. Вот эта наволочка. Я сейчас попробую добраться до буковки, показать вам вышивку. Там такая вот, ну, если белая все-таки больше такой провокационная, то черная, спокойная, ровненькая. Я думаю, мужчина даже оценит такое постельное белье. Да, оно мнется, но довольно-таки комфортно. Мне понравилось, то есть такое по ощущениям хорошее. Вот буковки. Кстати, видите, да, всего буковок сколько на данный момент, на момент съемки, так что, думаю, уже их в магазине и не осталось. Губки стоят у нас 1300, которые мы смотрели. Вот такая вот красная сумка. Сейчас мы до нее дойдем, покажу ее в разобранном виде. Сумка-светильник. Вот такие вот часы. Ищу артикульный номер и ставлю их. Кто смотрел и читал «Алису в стране чудес», ну, очень напоминает, да, такой вот маятник, который доставал из кармана кролик. Могу ошибиться, поправьте. Вот эти вот часы. Жаль, что их еще нет в выставочном экземпляре, чтобы можно было потеребить, посмотреть. Так, возвращаемся к сумке. Многофункциональная подсветка, светодиод красный. Честно, сначала подумала, что это реально красная сумка. Уже нацелена была на нее, девчонки меня тормознули, сказали, нет, это светильник. Но смотрится интересно, вот как это выглядит в упаковке. И сейчас мы ее с вами найдем. Вот она, немножко поправим интерьер, потом все вернем на место. Еще раз показываю цены. Встроенная у нее подсветка тоже. Жаль, что она не подключена еще, чтобы показать, где она светится. С виду вот настоящая такая сумка женская, красивая, красная. Я такие вот люблю. Ручки. Аккуратненько все сделала. Такая плотная ткань. Открываем ее. Клепочки.
такие вот липучки, то есть она открывается, закрывается. Сам механизм, вся подсветка, она прячется в нижней части сумки, она тоже на липучках. Такая вот сумочка. Возвращаем на место. Хочу отметить, не все товары попали в Нижний Новгород, увы, но это так. Последний экземпляр – это подушка. Вот, кстати, буковка как светится, заодно покажу. Вот эта подушка, тоже велюровая. Вот так вот, да, можно ее поцарапать, то есть следы будут оставаться. Здесь немножко другая плотность ткани, не как у черной. Но тоже она достойно выглядит на двухсторонней. С одной стороны чисто черная, тут более жесткий такой, более плотный велюр. Не велюр, даже на плюш, наверное, похож. С другой стороны белый с красными губами, ну, как и вся коллекция. Тут у нас еще раз буковка. Очень интересно, мило смотрится буковка. Пока я снимала, ко мне подходила женщина посоветоваться, покупать, не покупать такую буковку, потому что буковковые очень интересуют в ассортименте. Ну, вот вся эта коллекция, начала говорить, сбилась, то, что не вся коллекция поступила в Нижний Новгород, у нас нет напольных плечиков, у нас нет абажуров, зеркало продаваться в России не будет и кресло продаваться в России не будет, поэтому, если у вас есть возможность, хочется и есть возможность заказать из других стран, в других странах это есть. Я посчитала, в общей сложности 9 позиций из коллекции не поступило в Нижний Новгород. Ну, как нам сказали, хорошо, что нам пришло это, берите пока есть. Поэтому все, кто влюбился в эту коллекцию, бегом в магазин, не ждите, дешевле не станет. Вещи дизайнерские, уровень шикарный, и исполнение, и необычности. То есть, да, в Икее много чего интересного, много похожих товаров с другими магазинами, но вот такой вот дизайнерский уровень редко выпускает Икея. На самом деле, молодцы, порадовали. Всем спасибо за просмотр, за то, что посмотрели наше сумбурное видео, потому что мы его не планировали снимать, так как мы ждали уже, ну, и нацеливались и мы, и сотрудники Икеи Нижний Новгород, что будет красивая съемка, уже все будет поставлено, но немножко задержки, их никто не отменял, поэтому такое вот видео. Всем спасибо и пока, до новых встреч!